Накануне празднования 71-й годовщины Великой Победы работники дошкольного образовательного учреждения номер 1 на улице Кашихабль организовали посещение детьми ветеранов Великой Отечественной войны. Так, в минувший четверг воспитанники средней и второй группы вместе с воспитателем Светланой Куновой навестили ветерана войны, жителя улицы Кашихабль Людвига Махмудовича Стаж. Малыши с большой ответственностью подошли к посещению ветерана. Они заранее выучили стихотворение, поздравили ветерана открытками, сделанные своими руками. Главный праздник, День Победы. Я спешу поздравить деда. Он вояка, храбрый, бравый, защищал свою державу. В 20 лет солдат бывалый, горе видел он немало. Он с боями шел от Волги, путь был трудным, страшным, долгим. Сталинград, Москва, Варшава, за отвагу орден славы. Столько званий и медалей вы, поверьте, не встречали. Дед рассказывал немножко про войну и про бомбежку, как в окопах кашу ели и до срока посидели. Мир пусть будет на планете, счастье взрослым, счастье детям. Не передать словами радость Людвига Махмудовича. Он поблагодарил детей за уделенное внимание и пожелал им здоровья и мирного неба над головой. А ребята, в свою очередь, пообещали как можно чаще приходить в гости к ветерану.